Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим в тренировку, забираем нашу команду и сразу же ее обратно отправляем. Да, ничего с этим не поделаешь. Вот такая у нее участь. Так, ну что, здесь 15 бродяг и плюс король. Ну, это все прокачано, ребят. Единственное, что денежка, да, 5000, ну, такой себе. Тритон. Здесь будут, ребята, разыгрываться тритоши. Так, а я возьму команду. Ну, давай, наверное, подожди. Давай, наверное, вот эту возьмем. Команду. Как думаешь, успеет он? Противник просто даже не вышел. Просто снесли его отсюда. Ну и прекрасно. Так, забираем здесь награду. Слушай, ну почему ведьма в награду идет, а? Лучше бы мне дали друидку. Вот друидку, это было бы круто. Я бы пошел бы сразу туда. Так, ну что, у нас получается... Да, у нас получается с тобой обычные поединки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, кто-то меня в свое время спрашивал, ребята, в комментариях, как контрить Ронина. Я ответил, что можно контрить двумя способами. В принципе, это ползун и зомби-камикадзе. Я считаю, что это один из самых таких наилучших, наверное, способов. Я думаю, что многие со мной согласятся. Ой-ой-ой, а вот это беда, ребят. Опа! Да ладно, блин. Мне даже ничего не сделать, прикинь. Мне ничего не сделать. Офигеть, меня тут переиграли, друзья мои. Меня тут просто переиграли. Так а что я тут делаю? Давай ускоряться уже. Тут все уже пропущено, потеряно. Офигеть. Просто насколько, друзья мои, я помню, он всегда выпускал первым Ронина. С какого перепуга здесь он отправил всадника на журавле? Вот объясни мне. С какого лешего он отправил всадника на журавле? Первым. И мне даже... Я тут ничего не смог сделать. Блин, я не знаю, или подколот какой-то, или что. Ну вот смотри, опять то же самое, ребят. Так, ну здесь его фокус не проканал. Ты видишь, что произошло здесь. Я вызываю еще одну ниндзю. Офигеть. Ты прикинь, а? Как он меня переиграл в первый раз. Да, не ожидал я, конечно. Ёпрсты. И опять же, ребята, опять же, блин. Тигр, Ронин и все тому подобное. Так, слушай, Ронин вышел нормально, спокойно, на расслабоне. Так, я выпускаю Джаггернаута. Ты посмотри, что тварина делает, а? Нет, в клетку его, естественно, ребята, конечно, в клетку. Само собой, тут даже это не обсуждается, в клетку и все. Ай, классно. Но все равно, ребят, переигрывает меня моментами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот Джен, твою налево, тут вообще тут беспредел. Вот Джен, плюс всадник на журавле и еще и Терракоша прикрывает их.
Ну, я даже не знаю, ребят. Хм. Мне бы очень хотелось взять вот этот отряд. Но я что-то сомневаюсь. Ладно, давай попробуем. Ну, по-моему, ребят, тут будет мне хана. Вот жены тогда соберутся в кучу и будут просто все сносить на своем пути. По-моему, оно так должно все происходить. Или всадника... Ой, вызывать мне... Фигня полная. Поехали, я попробую, ребят. Всех троих поймали, да? Всех троих. Ну и шикарно. То, что доктор прописал. То есть, грубо говоря, я их переиграл, получается. Да, я переиграл, ребята, противника. Я дождался, когда они встанут все в рядок. Выпустил клетку. Естественно, они в нее попали. И вот таким вот образом мы с тобой выкарабкались. А здесь бог ветра. Ну, само собой, ребят, здесь придется... Но, опять же, ребят, сейчас он будет вызывать ронинов. Этих психов-истериков. Вот я так и думал. Ага, именно мой продинамился, да? Есть. Фу. Успели вовремя, ребят. Иди ты хайкай в другое место, пожалуйста. Так, ну что, а нам надо... Даже не знаю, что нам надо-то. Ронин, как всегда, еле-еле идет, блин. Ну, понятно, еще и Вуджен тут выходит. Че, он уже бога ветра позвал? Влупляем тогда. Заморозочку. One moment, please. Так, чумнушка, молодец. Так. Эть. Давай Ронина позовем. Да вон, удары все, ребят. Готово. Да. Но первый или какой-то второй поединок, конечно, был жестковат по поводу всадника на журавле. Меня там, да, перехитрили, получается. Ну что ж, друзья мои, территория нежити, мы с вами переходим сюда. И первым, кто нас встречает, это голем плюс банши. А я возьму, наверное, я думаю, вот этот отряд будет великолепен здесь. Ну а почему бы и нет? Щитобот есть. У нас есть паладин есть. Единственное, что да, банши мне не нравится тем, что она орет, ребят, как потерпевшая. И вот то, что я здесь встал, вот, кстати, очень плохо, ребят. Она сейчас, наверное, дотянется, скорее всего, нет? Или тягивается? Ну, слава богу. Обычно у нее крик очень далеко бомбит, и она может до базы нашей дотянуться. И вот этот ее стан дурацкий тоже бесит. Она криком своим станет наших бойцов. Робот с шестеренки наружу, как говорится, вышел. Ну, здесь уже все. Здесь баллиста у нас стоит. Она, как говорится, прикрывает тылы. Здесь уже никто не пройдет. Нам просто остается с тобой тихо и уверенно разносить ему базу. Ну, что мы, в принципе, и делаем. Давайте вот так вот сделаем, на всякий случай. Не, никто не хочет. Как хотите. Прекрасно. Превосходно. Продолжаем, друзья мои. Так, а вот здесь, прыгун. Тут как-то надо... Блин, а как я могу контрить прыгуна? Хм. Ну, только если этим отрядом.
Тут опять же, друзья мои, бабулька надвое сказала: прыгун может выскочить в истерике, а может просто перескочить и идти себе спокойненько. Но мы же не можем знать, как он выйдет. Поэтому вот в этом вот, как говорится, вся и загадка, блин. В том, что не знаем, как он будет себя вести. Как он прыгать, не прыгать, блин. Вот видишь, здесь он прыгнул без истерики. Здесь, соответственно, его обычный воин уничтожит. А когда он именно в истерике, нет, ну... Там очень брутальный урон он наносит, конечно. Ну что, третий этап. Ну, здесь легко будет. Здесь у нас голем, банши и когтистый. Я думаю, что даже этот отряд, в принципе, может справиться. Тут вся соль в чем, ребята? Да ни в чем. Ну, контрить. Контрить, как обычно, всех. Когтист, да, бесявый. Я не спорю. Но с ним довольно неплохо справляется, ребята, БФГшка. Блин, вот как он отправляет. Вот как он такую армию отправил, а? Я только двух бойцов могу отправить, а у него уже там целая армада идет. Это нечестно на самом деле. Вот об этом я и говорил, что БФГ-ха, ребята, она довольно крутенько бомбит. Когтистый как бы пока замахнется, пока там это, мы уже разносим их всех. Ага, прекрасно. Голем мозги наружу. Так. Ну и, в принципе, все, ребята, он, по ходу дела, допрыгался, кузнечик. Ну да, так оно и вышло. Идеально. Просто идеально. Так, предпоследний этап. Блин, слушай, а у него тоже здесь служитель тьмы присутствует. Ну что ж, давай посмотрим, чей служитель будет лучше. Ой, подожди, у меня этот... Мне эта команда, ребята, не подготовлена против прыгуна. Да, сейчас начнется. Так, ну что, вызовем, если что, ребят, голема. Я просто слишком перестраховался. Ну, откуда же я знал, что истерики не будет? Я ведь этого знать не мог. Он опять своего прыгуна вызывает, а? Слушай, я думаю, что... Да, тут нормально все будет у нас. Смотри. Служителя тьмы тоже позвал. Бомжара. Так и надо. Я еще корни поставлю. Прекрасно. Ну, тут, ребята, идеальная победа, да? И последний у нас там этап. Кто босс? Ага, понятно. Но здесь, как ни странно, нету прыгуна. Я вот думаю, мне оставлять или все-таки перейти на мою топовую команду, а? Наверное, друзья, я перейду на топовую мою, потому что... Ну, дед есть дед, ребята. Сами знаете, что по башке даст, мало не покажется. Оглушение и тому подобное. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Зато здесь нет прыгуна. Вот опять, ребята. Вот как вот и того, и еще и этого. Начнем потихонечку. Ронин, красавчик, хоть вышел, хоть... Ага. Вызовем прыгуна. Еще рыцаря. Можно, в принципе, и ведьму уже, наверное, да? Да, я думаю, она... Бо, явилось чудо.
гороховое. На! Моя ведьма даже здесь не понадобилась. Ребята просто сами справились. Ну что ж, забираем сундук нежити. 12 тысяч монет, 12,5 даже. Так, ребят, территория роботов у нас идет дальше. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну давай вот этот отряд возьмем. Ну что у него здесь? БФГшка и щитобот. Ну с БФГшкой, да, будет проблемно. А щитобота мы можем, в принципе, контрить либо на голема. Потому что на... Блин, фигня получается. Ладно, я вызову на всякий случай. БФГшка. Он, по-моему, ребят, меня, если я не ошибаюсь, всегда разносил именно БФГшками. Он всегда имел преимущество. Потому что он их дофига делает. Я не знаю, каким образом он, у него это получается делать больше, чем у меня. Но пока мы здесь, ребята, разруливаем ситуацию. Пипец, ты посмотри. Он роботов плодит, я не знаю. Как будто у него отката вообще нету. Все. Сдулся парень. Идеально здесь прошли. Так, ну что, двигаемся дальше, ребятушки. Двигаемся дальше, у нас... вот здесь вот будет похуже. Вообще, вот в этот отряд, знаешь, чего не хватает? Не хватает летающего юнита. Хоть какого-нибудь. У нас, в принципе, есть грифон. Блин, он такой дорогой. Но он же есть, да, он есть. Возьму я, наверное, вот этот отряд. Причем, да, действительно, грифон у меня прокачан, по-моему, полностью на звезды, ребята, на все. И... как же молотильщик мой сейчас будет отгри... Оу! Ёпрст, вот это... Вот это я сейчас лопухнулся, друзья. Да давай ты всех сюда, к ногтю их. Будут там еще стоять мне нервы компенсировать. Так, вот зря я баллисту, наверное, сюда взял сейчас, да? Нет, посмотри-ка. Видишь, вот, лучом. Вот как специально, ребят, выходит и сразу начинает бить лучом. Зараза, а? Я хочу просто друидку позвать. Друидка плюс всадник на журавли. То, что нужно нам. Плюс паладина позову. Ну, здесь уже можно ускоряться, так как мы практически вплотную подошли к замку. Тут уже все равно им, ребят, не выиграть. Если друидка там уже стоит, нет, шансов на какую-то победу можно вообще, ребят, забыть. Так, бомбер. Ну, тут вообще липовый отряд какой-то. Тут бомбер. Паладин. Ну что паладин? Паладин может остановиться, но он все равно, ребята, ему не нанесет урон. Если даже нанесет, то бомбер все равно пролетит. Он не останавливается. Поэтому пока... он там летит. Мне все равно вызывать придется, да? Блин. Хотел схитрить. Ну ладно, ладно. Давай так сделаем. Опять бомбер этот. Заморозка. Да. Но тут очень хорошо получилось. И заморозка вовремя выпала. Еще и ускоряшка у нас.
Вообще топ. Да, ничего даже сделать не успели. Прекрасно, идеально. Так, ну мы двигаемся дальше, и у нас... Ага. Так, ну если я не ошибаюсь, получается у нас щитобот будет прикрываться хилботом. Это классика жанра, друзья. Тут тут все ожидаемо. И поэтому здесь нам придется что делать? Работать через... Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Работать пока не будем. Я хотел сказать, будем работать через баллисту. А я что-то как-то подзапамятовал, что у него здесь, оказывается, еще и молотильщик есть. Что просто в корень, ребята, спутывает мне все карты. Да. Ну что? Ну давай я друидку позову. Фиг с ним. Давай я позову друидку. Она наверняка не умрет от одного удара, я так надеюсь. Молотильщик это. Нет. Оу-оу-оу-оу, это что за... Так, что-то, ребят, подзависло. Непонятно по какой причине. Ну... Да бейте вы уже там, господи, осталось совсем чуть-чуть. Красно. Так, ну что, у нас последняя энергия и последний тут этап. О, ядерный робот, собственно, персона. Тысячу лет его не видел. Тысячу лет его не видел. Да еще бы столько бы не видеть, если честно. Так, идет, маршируй. Вот, вот она. Комба. А мы сделаем с тобой по-другому немножко. Мы позовем баллисту. Так, и, наверное, хотелось бы мне... А ну иди сюда. Всех, всех, ребятам. Ага. Есть. Так, БФГшку давайте. Чтобы она дальних атак своих не делала. Блин, она делает, да? О, о, ребята, прикинь. Прикинь, идет. Да ладно, ты серьезно, что ли? Это за счет, ребят, баллисты. Мы, скорее всего, его станем сейчас в данный момент. Есть. Не дошел все-таки Охламоныч. Фига, он как бодренько побежал, ты видел? Как он сиганул, а? Я уже думал, все, приплыли. Но нет, выстояли. Так-с. Давай заберем награды наши. Сундук робота, понятное дело. Ничего тут хорошего не дали. Так, 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 так. Долина подданных, друзья мои, собственной персоны. А здесь... Блин, мне энергии-то осталось. Шиш, да не шиша. Ну что, поехали. Там, значит, крестьяне и... И паладины, да? А как я крестьян? Только через молотильщика могу? Ну пока, да, получается так. Так, выпускаю голема. И еще одного молотильщика. А, еще и БФГшка у нас есть. Еще и корни у нас есть. О,
Ребята, я вам не завидую. Я вам здесь не завидую, ребятулечки. Да, понятное дело, что тут все фейл. Ну, для него я имею в виду фейл. Так, двигаемся дальше. Сразу же, по горячим следам. Ну, прибавляется копеечница. Я думаю, для нас она никаких проблем вообще, ребята, не составит. Сейчас быстренько поднакоплю чуть-чуть ресурсов. Так, голем против паладин. Блин. Оу, а чё так дофига-то? Так, подождите, что-то мне не нравится вот этот вот расклад. А ну-ка, корни. Так, не нравится им, да, корни, я смотрю. Этот мелкий гном такую физиономию делает, вот я не знаю, там супер элитный боец. Нате вам. Молотильщик, красавчик. Подколол их всех. Так, опять пилорама вышла. Нормально. Нормалек. Ну и вот замок, который будет сейчас от нас, как говорится, получать сладких люлей. Ну давай, 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 давай. Есть. Прекрасно. Прекрасно, ребят. Так, на этом отряде у нас закончилась энергия, а нам еще пум-пум-пум, пиликать и пиликать. Две энергии здесь есть. И все, что ли? Только две энергии. Ну да, ребят. Только здесь остались две энергии. Ну куда ты бежишь, хлыщ? Ну он куда ты вот разогнался, а? Вот скажи мне на милость. Получил свое? Блин, ну против Палыча-то да. Против Палыча нам нужны другие немножко бойцы. Я хочу ведьму призвать. Я хочу призвать ведьму. Ой. Идеально, через отражение урона, ребята, она получила. Грифон отдуплился, короче. Ну-ка. Так. Нет. Полетел не туда, куда надо. Ну, я имею в виду этот феникс. Ясный сокол. Ну, хорошо, отбились мы. Так, у нас... Угу. Ага, лучница, ребят. Лучница-разлучница. Ну, а что я могу сказать? Квест тактик завершен. Я могу сказать тебе только одно, что лучница ничего из себя не представляет, ровным счетом. Да, может поджечь противника. Точнее, ну, нашего юнита. И все. Все, что она может. Причем урон, да, он будет гореть, но урон не особо критичный, скажем так. Вот то, что они тут, конечно, много юнитов понавыставляли, это, конечно, бесяво. Слышь? Хрустят чьи-то кости от костра. Так, минус паладин. Когтистый очень медленно бьет, когда в неярости, ребят. Очень медленно бьет. Когда он в ярости, намного, конечно, больше урона идет. Такс, ну вот. Вот, по-моему, ребят. Ага, квест. Тактик. У нас есть еще энергия? Че, прям вообще ни одной энергии? Не, ребятушки, нету, к сожалению.
Блин, а нам не хватило, да, нам не хватило одного поединка. А, нет, вру, у нас еще нефритовая долина. Ну что ж, тогда ладно, тогда ладно. Ладно, ребятушки, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.